Молодежное движение поколения, кровавая общественная организация, пространство для самореализации и современная форма отдыха творческой молодежи. Организация творческих концертов, выставок, конкурсов и различных культурных проектов. Движение поколения направляет свои ресурсы на поддержку развития творческих способностей детей и подростков в целях повышения самооценки и получения хорошего старта в своей будущей профессиональной деятельности. Продвигает молодежь и стимулирует дальнейшее развитие творческого потенциала. Объединяет профессионалов и начинающих, существует на принципах взаимовыручки и преемственности поколений. Движение поколений использует в своей работе пересечение различных направлений искусств в едином пространстве. Пропагандирует творческую деятельность как здоровый образ жизни, Алтай без наркотиков. Участники движения позитивные творческие ребята. В этом году движение отмечает 9-й год своей деятельности. А сейчас... Party people! I said party people! You know what to do! It's DJ Kenza! It's DJ Kenza! I hate this love song.
Именно в это время и появился Барнаул, теперь один из старейших городов Западной Сибири. Его возникновению предшествовало открытие богатых медно-рудных месторождений в предгорьях Алтая и строительство первого в здешних местах русского медоплавильного завода Колывана Воскресенского. В 1846 году у Барнаула появился свой герб, на котором были изображены белая скачущая лошадь и действующая сереброплавильная печь. Эта печь – символ горного производства, главное богатство города. Это, конечно же, серебро. А лошадь изображалась на гербе Томской губернии, в состав которой входил когда-то Алтайский округ. С днем рождения, дорогой город!